Фарига на Дэд Коннор. Айсу 30 лет. Рост 180 сантиметров. Вес 92,95 килограмма. Профессиональный рекорд. 16 побед и только 2 поражения. Ladies and gentlemen, he's 30 years old. Сэнни. Уважаемые леди и господа, шоу. Official weight 92.95 килограмма. His professional record. 16 victories and 2 defeats. Дамы и господа, приветствуйте из Матч-Кока, Таджикистан, Фариду, Терминатор, Атима! Президент Дмитрий Фабуевич. Четвертьфинал гран-при в полутяжелом весе. Фаридуна Дилова против Вагнера Прада. Победитель выходит на Михаила Мохнаткина. Статистика на ваших экранах. 5 раундов по 5 минут. В красном углу Фаридун, синим Вагнер. Дмитрий Валуевич уже готов дать отмашку. Ну что, меньше шоу, больше боев. И эти бои начинаются прямо сейчас. Поехали! Очень мощные парни. Да, любого из них могут совершить все, любую секунду. Вагнер Прада вообще всегда таким слегка перезаряженным выходит. Левый прямой. Работает как раз левше. Чуть более расчетливо действует Фаридун. Аккуратненько подходит, раскачивает, убаюкивает. Раунд-кик по корпусу. Немного сбил темп бразильскому спортсмену. С одной стороны, Фаридуна Дилова действительно не форсирует события, но в последнее время у него досрочные победы, и удается довольно быстро доставать своих соперников. Аккуратный прессинг со стороны таджикского терминатора. Пытается оказаться Вагнер Прада, выдавливает Фаридуна Дилова. Тем временем еще один удар по корпусу Адилов донес. И со временем это может стать большой проблемой для Вагнера Прада. Уже два раза бросился вперед. Но пока это не выглядит как огонь, как их по защите приглашает зарубиться Вагнера Прада. Да, джебом подходит, все ближе и ближе, но сейчас немножко откатывается назад. Вот здесь пошел вперед вновь. Полторы минуты позади. Хайкик. И даже через защиту почувствовал Фаридун этот удар. Да, сейчас очень серьезное давление на плечах Фаридуна Адилова. С такой публикой, с таким количеством людей, которые пришли поболеть. Любое действие будет, конечно, расцениваться просто более остро. Здесь по корпусу. Работает на замедление соперника Фаридун Адилов. В первом раунде, как минимум в первой половине этого раунда. Что здесь? Хороший стартовый взрыв. Вот Адилов по корпусу пробивает Вагнер. А небольшая рубка была. Вновь в такую спокойную стадию переходит. От взрыва к взрыву мы существуем в этом бою. Опять выманивает на себя и показывает Прада, что почему бы и нет. Можно порубиться. Довольно много боев в карьере Вагнера. Что и до решений умеет и вытягивать силы из соперников. В данном случае пытается замедлить Фаридун Адилов оппонента, пробил правый прямой очень хорошо. И летит вперед Вагнер Прада, потому что знает, что может напороться на встречный очень-очень тяжелый удар, после которого не оправится. Да, Прада пытается сделать так, чтобы Фаридун вымахнулся. С этой задачей он пока не справляется. Судя по всему, рассечения не вижу. Еще одна атака Фаридуна Адилова. Стоит на ногах бразильский спортсмен. Не бежит вперед Фаридун. Все очень аккуратно. Ставки высоки.
Да, это гран-при. Здесь нужно 20 раз перестраховаться, но при этом быть очень острым. И есть попадание. Повело без Вагнера, правда, можно развивать успех. И спешит, обрати внимание, Фаридон. Да. И до верного пытается разыграть все. И здесь заруба на средней дистанции. Кто будет точнее? Один эпизод за другим. Ревет публика. Отстреливается Вагнер. Мимо. Фаридон попадает. Еще один бросок. Мажет раз за разом Вагнер Прада. Фантастика. Сумасшедший поединок, сумасшедший раунд. Еще минута в нем есть. Просто огонь выдает. В первом раунде тот и другой. Просто поджигают атмосферу сейчас во дворце Ирины Вилы Русмановой. Небольшая пауза, правой прямой от Адилова. Она прилетала явно Вагнеру Прада, но он пока держится и очень хорошо себя чувствует в целом, по крайней мере визуально. Это отличительная черта вообще Вагнера Прада. Начинается борьба. 40 секунд, здесь гард закрыт. Ведут по времени Вагнера, говорят ему о том, что осталось 30 секунд. Но при этом раунд он проигрывает. Да, пожалуй, да. И Фаридон здесь, конечно, взрывается. Вот он, терминатор во всей красе. Последний раз досрочно Вагнер Прада проигрывал в мае 2019 года в тяжелом весе Антону Визикину. Причем проиграл в третьем раунде только. Там кровоподтек, я так понимаю, с левой какого-то прилетает Вагнеру. Барона Роя, Ширкати Дороги, Мруджат Кардесем, Узмах Витамин Омадага, Айчан Омад Витамин Тевшега, Барой Удамой Кадро, Дарос Кадан, Касуники Мушкили Кадоран, Метанаки, Качон Дароса, Курс Лишения Кушат до Пачка Меша, Ай Панч Тохаш Сантиметра Бендона, Ира Удамойки, Ай Шонзат Обис Чурсова и Символ Мекнан, дорем, ки барои одамои кӯдакона метавонед ки дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Аи 3 сола то 24 сола ра ҳаст. Маҳаммад, номеро дар рӯи экран. Вагнера Прада. Левый прямой. Украинский спортсмен на старте. Добавляет ногу. Активно начинает в целом второй раунд. Потенциально 5. Еще один удар во горло. Невзвинчивый темп. Фаридон. Проверки джебом. Но опять же, не будем забывать про то, что Адилов перевел Вагнера Прада в конце первого раунда. И, возможно, в борьбе сейчас он прибегнет побыстрее. Потому что вот эта заруба на ближней дистанции, да, очень опасно. Занимает позицию здесь Фаридон Адилов. Гард закрыт. Хорошо укладывает, оказывается, сверху. Там Вагнер попытался поработать локтем. Не хватило ему времени, там высоко поднялся Фаридон. Уже пытается, ищет возможность этим же самым локтем пробить Адилов. Также не будем забывать про то, что Фаридон Адилов вообще выступал в среднем весе очень долго. И только оказавшись здесь, в ЕСЕ, несколько боев в своем категории до 93 килограмма. А в том числе и этот.
При этом не исключено, что Фаридун затем вернется в дивизион Хамитрасула Гасанова. С другой стороны, видно, что ему здесь комфортно. Хорошая ударная сила, хорошо себя чувствует. Наверняка, когда гоняешь меньше, само собой, процесс восстановления проще. И здесь, собственно говоря, этот Фаридун демонстрирует. 3 минуты уже меньше до конца раунда. Тактика тотального переезда не сработала у Фаридуна. И теперь идет набор очков в борьбе. Набор уверенный. Минимизирует ущерб Фактор, правда, как может. Ничего критичного пока не пропустил. Ну и локти пока не подключил Фаридун Адилов. Особенно локти на коротке. Не пытается пробраться в полный маунт. Вот сейчас обходит защиту. А вот здесь треугольник. И пошел, что треугольник, смотрим. Вот такой прием в стиле Алексея Олейника. Ну что здесь? Все! Сумасшедшая победа Фаридуна Атилова! Давление на диафрагму. Ничего себе! Где-то, наверное, аплодирует один Алексей Олейник. Вы знаете, только считанные люди сейчас сидят на этой арене, все на ногах. Невероятная победа Фаридуна Адилова. Не почувствовал он Вагнера Прадо. Господа, время остановки боя 2 минуты и 46 секунд второго раунда. Ladies and gentlemen, we have a time. 2 minutes and 46 seconds of round number 2. Удушающим приемом одержал победу и отправляется в полуфинал гран-при полутяжелого веса. Your winner by submission victory and goes to light heavyweight Grand Prix semi-final Фаридун Терминатор Адилов. Ну, действительно, просто по-терминаторски разобрался Фаридун Адилов с Вагнером Прадо. Браво, наше поздравление. Я тебя искренне поздравляю. Полуфиналист, какие ощущения, какие эмоции? В первую очередь, альхамдулилля. Я скажу альхамдулилля. У меня ничего нету, ни стойки, ни борьбы. Но я не знаю, как я выигрываю своего соперника. Альхамдулилля. В первую очередь, я хотел поблагодарить. Шеф, спасибо вам. Спасибо большое. И хотел поблагодарить своих старших братьев. Акай Раджабали, Тимур Абдуллаев, Акай Шабоз, Акай Рустам, Акай Фаридин, Ходжумель, Акай Дишон, всех, кого я забыл, не обессудьте. Спасибо вам за все, что вы, несмотря на мои победы и поражения, всегда рядом со мной, поддерживаете всячески. Спасибо всем. Огромная благодарность. Акай Мамадзуи, Адор Амала Казон Барадаскири. И хотел насчет, хотел огромное спасибо сказать организацию SA Number One. Спасибо вам за все. Вы изменили мою жизнь. Спасибо большое. Майбек Хасиеву, Асланбек Бадаеву. Всем. Спасибо вам за это. Спасибо всем. И огромное спасибо. Сегодня, несмотря
на ваши работы, ваше времени. Вы здесь сидите и поддерживаете нас. Спасибо большое, мои болельщики. Без вас мы никто. Спасибо. И эту свою победу хочу посвятить своим родителям. Папа, Додо Джон, Баджо, аж мой сара, я знаю, что они сейчас не спят. Ждут, делают дуа за меня. Спасибо большое. Ваши аплодисменты Фариду Надила. Не уходи далеко. Сейчас самое время встретиться. Асамбе, Лига, если будет возможность, пожалуйста, следующий турнир проводите в Таджикистане. Будем очень рады. Мы все ждем вас. С такой невероятной поддержкой это действительно будет очень шумно и ярко. Друзья, время поприветствовать оппонента Фаридуна Адилова, Михаила Мохнаткина. Под ваши аплодисменты. Михаил, приветствую. Прошу на центр. Сюда. Ну что, как тебе оппонент? Доволен ли ты, что твоим соперником стал именно Фаридун, а не Вагнер? В принципе, я и предполагал, что Фаридун победит. Я это в своем интервью говорил. Друзья, прошу вас, давайте будем соблюдать уважение. Убедительная просьба. Спасибо. Слово тебе еще раз. Да. Что я хочу сказать? Поздравляю, Фаридуна, это был яркий, красивый бой. Ты молодец. Перешел в новую весовую категорию, набираешь обороты. Я более чем уверен, что у нас будет яркий, зрелищный бой. Всем спасибо. Как тебе такой оппонент? Как ты оцениваешь свой уровень относительно Михаила? Честь подраться с таким титулованным чемпионом. Спасибо. Шалом, покатим. Хороший бой. Друзья, давайте заглянем друг другу глаза в глаза. Ваши аплодисменты, Михаил Мохнаткин и победитель Фаридун Адилов. Бородорога ширкати дорогиёи муроҷиат кардаистам бисплони женской мужской омадага беҳад результати хуб нишон метиҳад сеза намуд гиёҳтаёр шудагай яъне ки бисплони женской мужской чи маъне дорад яъне ки барои касоне ки фарзанддор нашаванд солҳои сол иншоалло ки беҳад результати хуб нишон метиҳад ҳар як чиз аз ҷониби аллоҳ мешавад яъне ки ҳар як чиз сабаб мешавад масалан занзани ба тамоми шаҳрҳои русия равон мекунем курс лечени ё ду банка мешавад مقصد یعنی که دو ماه هم جنس کش هم موسش کش مرحمت زن زنی نمیرو درو اکران